Здравствуйте, мои дорогие! С вами Ольга, вы на канале Рукодельные истории. К своему укороченному браслетику я сделала асимметричные сережки. Так как у меня всего лишь один элемент был вынутый из браслета, я взяла швензы премиум качества. Они латунные, позолоченные, циркончиком. Этот циркончик подходит к стеклянным элементам браслета, а также на вот этой вот подвеске в виде пчелки на крылышках точно такие же стеклянные прозрачные стразики. Вот такие сережки у меня получились. И к этим сережкам и браслету, мне кажется, еще подойдет вот такая вот брошка, которую я сделала намного раньше.